твой знакомый Делорус? Нет. Байер? Нет. Откуда знаешь, что ему надо? Потому что он меньше тебя ДПС дал. Наверное, ему стоит прокачаться, я думаю. А вдруг маунту пойдет, маунта заберешь. Больше профита, чем какому-то фристу Т4 Android. Я маунтами не интересуюсь. Если бы маунт, блять, Apple DPS, блять. Если бы он что-то давал. Странные вещи говоришь, блядь. Имея кожевку, ой, это, блядь, сбор травы и археологию. Археология. Копать минерал. ДД персонаж. Странное, блядь, слышите. Археология, блядь. Поржал. Все главное, чтоб не улетело на груле сейчас, и все заебись будет. Слейте в первую очередь мага, что он дамажит нормально. Потом уже лока. Стал бы чаек на него. Блять, если сейчас не долбить будет.
Войт, ты приста там оставишь? Нет. Подбегайте, пока пристом добегу. Я суману. Все, иди пуляй. Нахуй тебе понял, как бор. Тотемы стоят. Минус 3 вагона. Короче, вар может косарь набрать за, блядь, за 7 секунд. Хорошо. Это много? Да. Ну, сейчас 3700. Это мало. Я, грубо говоря, могу вообще ничего не делать. Стоять вот сейчас в автоатаку бить. Так ты же говорил, хуёво сделали. Там что-то непонятно. Там Т5 тебе хуёво сделали, ты говорил. Там непонятно, блядь. Не, нормально, там вот блок сделали 6 секунд, типа первый день оно было 7 секунд, и коэффициент там был 600%, а сейчас 1000%. 1000% это считай, сходу ты его нажимаешь, и там 30к абсорба, под блоком 50к сразу. Ну так это же нормально. Это будет фиксить, не должен он, блядь, нихуя статов, блок нет, максимальный абсорб уже сходит. Это пофиксят. Да хуиксят, никто не пофиксит, нахуй, не пиши ничего, никому не говори, блядь. Фиксят, нахуй, ты сам сейчас это говоришь. А схуя ли пофиксят? Так не должно быть. Не говори никому, так и должно быть. Ебать, мой. Блядь. Ты на маг играет. За таких, как Враска, фиксят все. Слышишь, я вообще на форуме ничего не пишу, бля. Я вот не пофиксить, ты понимаешь? А ты мне поэтому и не надо. Рассказываю, сейчас у всех Т5 так работает, как ты говоришь. И Кват говорит, что у паладинов тоже, блядь, два удара, и все, стоишь, блядь, АФК можно. Блядь, ничего-то в этом нет. Да не пофиксит, блядь, его наоборот. Вообще... Да, нет, смотри, если вообще у него блок должен быть вот этот абсорб. Это механика такая, блядь. От блока щитом. Если у него, блядь, нихуя не забито в блок щитом, хуя у него максимальный абсорб сразу, 50к. Максимальный абсорб, когда ты блок щитом нажимаешь. Ты что, не понимаешь? Блок щитом 100% всё, да. В Легионе, по-моему, при нажатии блок щита давалось абсорб. Это механика такая была. Когда нажимаешь блок щитом, 100% увеличивается показатель. А без него сколько у тебя абсорб? Без него 30к. Хуя все равно. Да не дохуя. Сколько шмоток на блок у тебя?
Да я не ебу, нахуй, мне вообще похуй. Ты понимаешь, что, я вот не знаю, танчишь ты или нет, вот ты Халёна в гере пойди, потанчи, сколько он там бьет? Он по 45к бьет. И чё ты думаешь, это мало, 30к? Да заебись. Это тычка халёновская. 45к, а бьет он раз в 2 секунды. И то быстрее там с парихастом. 1.2 он бьет. 1.1. Парихаст должен быть, если у тебя мастерство. Вообще он должен 3 секунды бить, я не знаю. С парихастом, наверное. Я не помню, сколько там увеличивается. Парихаст это 2 тычки сразу, по-моему. Это не 2 тычки. Почитай, что такое парихаст. Бьет и еще бьет сразу. Он так. Он не сразу бьет, а бьет быстрее. Сокращает время. До следующей автоатаки он. По-моему, на стандарте то ли 30% там должно быть. Хуй знает. Вообще, лич... Сколько у тебя бокщиком длится? 10 секунд. Ты же успеваешь два раза поражать? Ну да, 6 секунд, когда я, конечно. Престол принимай. Там что хорошо, это на Алара сейчас попроще будет. Там получается, как эта хуйня называется, блядь. Петуха этого, когда танчишь, он дизарм давал, а казнь она только от оружия типа бьешь. А тут и волна, короче, не требует оружия, и сокрушение не требует нихуя. То есть, грубо говоря, вообще титан, чего? Щиты, щиты только нужны. Там с разницей, я и Т5 том приказник спокойно. Ты посмотри, я, блядь, угля танчил вообще с двумя кусками. Типа, я нихуя сложного не из абсорба, типа. Из какого-либо, блядь. Тогда сопрот был апнутый, конечно. Единственное, что заебись будет, это... На роботе, короче, теперь ротику спокойно можно лопать сверху. Да. Там раньше давалось типа приказный обзор, а сейчас можно вообще без, да. Без нихуя просто взять и обзор. Оно не связано просто. Самое хуёвое это паладин там, мне кажется, потому что у него, блядь, стаки, блядь, от ударов, когда тебя бьют только, ну и по времени. Хуйня полная. Типа робота уешь уже, да? Вы все под ДОУЕ стоите или как? Че с той стороны всех сагрили? За пульт трэш они прибегут, по идее. Это перед боссом и всем, да. Давай я постою. А, бля, пугов только не ставь, по пацане охота нахуй.
А пристабав бафнет, бля. Чё, где големы? Ват сам забанил, пофиксил, сам написал и сам недоволен, что, блядь. Не знаешь, кто фиксит? Мне монород фиксит, нахуй. Не знаю, типа, ладно, они убрали обзор, предел поставили, нахуй на 100% меньше игра сделать. По ходовой мне интересно, да. Вы там приготовьтесь, 20 секунд. Вот есть еще КД блока сделать. Маленькая КД. 40 секунд. Это нормально. Если ты сделаешь, короче, силу вобьешь, блядь, и будет у тебя без бог щита, ну, щит нормальный какой-то. Короче, если ты силу вобьешь, у тебя будет фул, тебе даже бог щита не надо будет. Просто нажимаешь, у тебя постоянно обзор будет. Понимаешь? Это ты про кого? Про вару. Там надо что-то. Там набиваешь кап, короче, бог щитом. 5к там надо, чтобы не нажимать. Да, в силу вгоняешь, выносливость в силу. У тебя получается кап, и тебе даже бог щитом нажимать надо. Ты просто постоянно свою билку нажимаешь, у тебя постоянно 50к. Чувишь? Да там 30. Маунт не выпал, ты наебал, блядь. Тебе говорил, что он выпадет. Кстати, без понтовок дракон, блядь. Грува заебать, такой вроде падает.
Короче, попробуй воет свои силки в силу вогнать. Пересиливать отдает блокирование щитом. Набиваешь себе кап, а остальное выносливость. Теперь нажать у тебя постоянно 50 кап будет. И бог щита тебе, грубо говоря, нахуй. Что-то, блядь, получил плюс, а что-то у силков не дают закинуть, это так и должно. Кап. Типа 300 говорит предел твой. Перезагрузка 10 минут. Да, прикинь, нахуй, не канает. А плюс получил. На третьей, на второй кате три плюса, типа 300 усилков максимально, тоже не прибавляю. Интересно, да, эти ката. Сколько у тебя пишет максимально? 300. Все, тебе хватит, нахуй. Типа 300, блядь. Я только что, блядь, сделал плюсик, у меня четвертый квест. Я взял на четвертый плюс, у меня нихуя не прибавили, не дали прибавить. Типа усилков нихуя. Понравляется.